Автопанорама уверена. Ну а чтобы эта любовь была взаимной, в эту субботу, 14 февраля, в день Святого Валентина, инспекторы ГАИ дарили водителям подарки. Можете представить себе, каково было удивление автомобилистов, когда их с улыбкой останавливал инспектор ГАИ и вручал яркую валентинку. Причем подарки у блестителей дорожного порядка были специальные, предотвращающие аварийные ситуации с участием пешеходов. Эти милые сердечки изготовлены из материала, содержащего светоотражающий элемент. Ранее мы раздавали просто валентинки, которые не приносили особую корысть человеку. Ну а сейчас, вот в этом году, пользуясь тем, что промышленность все-таки начала производство и выпуск таких специальных предметов для пешеходов, мы именно применяем их в этот день. Если в обычные дни сотрудники ГАИ чаще останавливают мужчин, нарушивших правила дорожного движения, то сегодня в центре внимания были, конечно же, женщины. Так как часто вам сотрудники ГАИ дарят подарки без того, чтобы штрафовать? Ой, первый раз так приятно. На всю жизнь запомню. Спасибо большое. Акция ГАИ под названием «От чистого сердца» продолжилась во Дворце детей и молодежи, где были награждены самые юные участники дорожного движения из кружка юного автомобилиста. Они также получили по световозвращающей валентинке и книге о первой медицинской помощи. Подобные мероприятия городская автоинспекция проводит уже не в первый раз, что действительно способствует укреплению чувств между водителями и сотрудниками ГАИ. Значит, ведет к улучшению дорожно-транспортной ситуации в столице.